I now give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. Спасибо, господин председатель. Позвольте выразить признательность за организацию сегодняшнего заседания, посвященного столь важной теме. Российская Федерация придает большое значение распространению знаний, расширению просветительской деятельности СМИ, о причинах, последствиях, уроках и наследии работорговли. Нынешние и будущие поколения не должны забывать об этой трагической странице всемирной истории. Члены ООН обязаны принимать все меры для сохранения памяти о жертвах работорговли и ее последствиях. При этом важно называть вещи своими именами. Рабство и трансатлантическая торговля – одно из величайших преступлений против человечности, которое еще в полной мере не признано и не искуплено. В результате бесчеловечной политики европейских колониальных держав и американских землевладельцев африканским странам, народам африканского континента в результате трансатлантической работорговли причинен невосполнимый ущерб. Речь прежде всего идет о многих миллионах загубленных жизней. Вывезенные в Америку африканские мужчины, женщины и даже дети были не только навсегда разлучены с родиной, но подверглись истязаниям, жестокому обращению. Многие из них умерли или потеряли здоровье, работая в нечеловеческих условиях, в то время как другие наживались на их горе. При этом африканские государства лишились миллионов своих соотечественников, рабочих рук, столь необходимых для социального и экономического развития своих обществ. Последствия этой преступной, замешанной на расизме колониальной политики ощущаются и по сей день. Считаем справедливой постановку вопроса не только о принесении извинений за совершенные злодеяния, но и о выплате компенсации за причиненный моральный и материальный ущерб африканским государствам. Господин председатель, мы в Российской Федерации гордимся вкладом нашей страны в борьбу за обретение африканскими государствами своей независимости в 20-м столетии, в дело распада несправедливой всемирной колониальной системы. Мы выражаем солидарность всем народам, пострадавшим от работорговли, и нашу поддержку усилиям по восстановлению исторической справедливости и установлению ответственности за преступления колониализма. Приходится констатировать, что политика агрессивного неоколониализма, проводимая западными государствами, никуда не делась и представляет опасность. Многие государства, отстаивающие суверенитет и независимый внешнеполитический курс, подвергаются экономической блокаде, незаконным односторонним санкциям, в их внутренние дела беззастенчиво вмешиваются. Подобная порочная практика идет вразрез с нормами и принципами Устава ООН, и ей должен быть положен конец. Я благодарю вас, господин председатель. I thank the distinguished representative of the Russian Federation.